Подать документы на получение заграничного паспорта нового образца теперь можно без утомительных очередей. При помощи портативного комплекса для сбора документов сотрудники миграционной службы смогли оформить документы врачам областной клинической больницы прямо на месте их работы. В Иванове это первое учреждение, где специалисты ФМС опробовали новое оборудование. Документы для получения заграничного паспорта нового образца подготавливаются заблаговременно, то есть гражданин оплачивает государственную пошлину, делает фотографии, заполняет анкеты, заверяет их по месту работы или учебы, и только потом, значит, уже с полным пакетом документов проходит сама процедура именно оформления заграничного паспорта. Портативный комплекс состоит из фотокамеры, подключенной к компьютеру, и сканера. Пока один сотрудник фотографирует, другой сканирует анкету. На прием документов уходят считанные минуты. В областной больнице оказалось 15 счастливчиков, которые через месяц могут получить готовый загранпаспорт. Узнали мы об этом буквально около 2 недель назад. Нас эта новость очень обрадовала. Мы, конечно, очень рады, что приехали сюда сотрудники. И не нужно простаивать в очередях. Все это оперативно, быстро, в течение буквально 1,5 минуты. По словам сотрудников УФМС, специалисты с таким портативным комплексом могут приехать в любое учреждение, лишь бы были желающие. Для этого руководителю организации нужно оформить соответствующую заявку. А задуматься о такой возможности стоит, если работодатель не хочет, чтобы подчиненные проводили рабочее время в очередях в миграционную службу. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.